Всем приветульки, ребятульки, вы на канале Просто Play For You, и сегодня у нас Vikings War of Clans. И поговорим мы в этом видеоролике о том, как играть в эту замечательную игруху одному. Так что, ребятки, всем, кому интересно, присаживаемся поудобнее, берем с собой чаечек, бутербродик, другие вкусняшки, обязательно прожимаем лайкосик и полетели смотреть видосик. Ну что, ребятки, вернулся я в Викинги. Как вы могли видеть, я пока без клана. По причине того, что я очень давно не играл. Мой старый клан, с которым мы очень активно играли, строили сердца, развлекались как могли. Куда-то перелетел. Я пока не списывался, не знаю что да как. Нужно наладить активность мою в игре, и тогда можно будет списаться. И я думаю, скорее всего, они должны меня принять. Если я буду, конечно же, как в старые добрые, активно сидеть и шпилить в эту замечательную игруху. А сегодня, ребятки, на своем примере я хочу поделиться с вами, так сказать, своим мнением, как играть в одного. Загонять. Вот с этого момента попал. В первую очередь, ребятки, я стараюсь заходить каждый день и получать награды за вход. Я уже захожу 3 дня подряд. Easy. Завтра, если я зайду, я получу 1000 золота, 6 перемещений. Послезавтра получу 1200 золота, 15 штучек по 500 энергии для героя, и так дальше можно посмотреть, что вы будете получать, заходя каждый день в игруху. Также я забираю награду в банке, там где есть подписка, здесь заходите в банк каждый день и получаете награду. Через 8 часов я здесь смогу получить еще одну награду. Гениально! По возможности выполняю квесты ежедневные, еженедельные и ежемесячные. А также, ребятки, особое внимание хочу уделить подземелью. Здесь тоже захожу каждый день, захожу в ресурсы, забираю бесплатный ресурс, а также смотрю, что можно приобрести, чтобы сделать моему герою шмотки. Здесь все просто. Смотрите по уровню вашего героя. У меня это 22-й. Мне скоро понадобится 23-й шлем, по-моему. По-моему, на шлемах я остановился, да. Вот, 23-й шлем, и в принципе все ресы на него у меня уже собраны. Мне осталось добить 23-й уровень, и я смогу сделать себе шлем на своего героя. Замечательно. Поразительно. И, конечно же, по возможности, ребятки, каждый день захожу, прохожу, вот я сейчас на 8 ярусе, уже дошел до 4 испытания на 8 ярусе. Также параллельно с этим захожу на 7 ярус и делаю на 3 звезды, тоже застрял на 4. На 7 ярусе, на 4 испытании застрял, пока не могу на 3 звездочки его пройти. Но ничего, стараюсь. Осталось взять мне сейчас 23 добить, постараюсь. Одеть шлемик новый, и тогда, я думаю, пройду 4 испытание на 8 ярусе и буду закрывать на 7 ярусе все испытания на звездочки. Это что касается подземелья. Так, да, 8, останется еще пройти 9 и 10 ярусы. Также, ребятки, я смотрю, какие у нас есть активные события. То есть это борьба с захватчиками, которую я по максимуму стараюсь закрыть хотя бы парочку ступеней, чтобы заработать золото, заработать ускорение. Пока будем зарабатывать ускорение и золото вот таким вот образом, в личных соревнованиях. Добыча ресурсов я закрыл уже 6-ю ступень, иду на 7-ю. Постараюсь сделать максимум, закрыть все ступени. Ну, что из этого получится, посмотрим. Охота на градостроителя я пока не участвую. Здесь нужно строиться, у меня практически все построено. Нужно строить только лишь мои лесопилочки. Ну и, конечно же, ребятки, параллельно с этим нужно искать клан, нужно вступать, поскольку одному играть очень тяжело. Одному и скучно играть, и тяжеловато. Вы не участвуете ни в битве кланов, ни в битве королевств, а там действительно очень хорошие, крутые награды. Также вот есть шутка богов, здесь можно заработать ключи на героя, которые просто жизненно необходимы. 2500, и, по-моему, тут еще где-то на ступеньке, да. И тут 4000, да? Правильно же? Правильно. То есть ключи героя очень и очень нужны. Поэтому обязательно нужно вступать в клан. Играть одному возможно, конечно же, возможно играть одному. Участвовать в личных соревнованиях, проходить подземелья. Но лучше в клане. Лучше в клане, там и награды повкуснее, там и пообщаться можно. Посмеяться, пошутить, и все-таки веселее играть в коллективе, чем одному. Да ладно! Еще, ребятки, пока я без клана, планирую активно заняться достижениями. Особенно такими, как богатство и успех. Здесь нужно просто добывать ресурсы по максимуму. И охота только начинается.
уничтожать захватов и духов. Можно убивать первого уровня, летать по карте, всех убивать и выполнять достижения. Ну и, конечно же, смотреть по мере возможности выполнять и все остальные. Это вам очень и очень пригодится. Так что, ребятки, в принципе, у меня вот такие вот планы на ближайшую там недельку-две. Пока попробуем восстановить мой актив в этой замечательной игрухе Vikings War of Clans. Ну а после, если я буду уже более-менее активно играть, то, конечно же, буду искать клан, вступать и вместе с ними начинать очень активно участвовать во всех событиях. И, конечно же, радовать вас новыми сердечками. Так что, ребятки, всем, кому интересно, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики, если вам нравится. И, конечно же, комментируйте. Принимайте активное участие в жизни канала. Ну, а с вами для вас был вас PP for you, просто play for you. Всем большое спасибо за внимание. Всем счастья, здоровья. И увидимся через 2 дня. Всем пока.